Итак, друзья, всем привет. Сейчас будет опять парочка распаковочек. Ну и, надеюсь, проверка одного из них, вот этого. Это я просто распакую и гляну, потому что приделать я сейчас не могу. Надеюсь, это пленка на телефон, который я недавно кокнул, на который модуль для замены я еще не получил. Вот если бы эта пленка пришла раньше, возможно, и телефон бы не кокнул. Так что, господа, вовремя озабочиваемся, если повредили пленку совсем в хлам, чтобы ее заменить. Чтобы не было, как у меня. Так. Это я удачно зашел. Вот эту царапину от моего ножа. Ну ладно, проверяем. Раз написано первое, значит она вниз. Снимаем. Переворачиваем. Прикладываем. Сейчас. Ну, в общем-то, сделана пленка несколько по-другому. Микрофон соответствует. Но до краев она не доходит. Как-то странно, господа. Пленка узковата. Вот такая вот фигня. Буду ругаться с продавцом. Сейчас остальные, конечно, посмотрю. Но у меня дурацкое предположение, что все такие. Да что ж мне ее обратно-то не убрать? О, запихал. Соответственно, эту просто банально достаточно получается просто немножко вытащить и приложить по ширине. Та же фигня. До краев она не доходит. То есть, если вот мы ее вниз опускаем, до краев у нее километр. Хотя в остальном она, в принципе, подходит. Ладно. С первым все понятно. Буду делать фотки продавцам, отсылать и надеюсь, что верну деньги. Все. Первый ушел. Надеюсь, второй будет более позитивный. Открываем аккуратненько. Ножик поменял, точнее лезвие поменял ножи, так что все теперь быстро и круто. Теперь выковыриваем содержимое, если найдем его. Вот оно. Вот оно. Беспроводная зарядка. Так скажем, полуфабрикат. Просто добавь воды, но на самом деле в данном случае просто добавь корпус. Ну и я хочу еще вентилятор. Ладно, проверим, работает ли вообще. Корпуса пока нет, будем использовать, не знаю, картонку, вот так, будем имитировать корпус. Подрубаем провод. Так, тестер. И рубаем. Что-нибудь засветиться должно. Ничего не светится. Ничего не ест. Может, она супер умная и включается только когда телефон на нее кладем. Ну, пробуем. Шиш вам. Не фурычит. О, какие китайцы молодцы. Неработающие вещи прислали. Так, возьмем провод потоньше. Может, у них там что-то супер-пупер. Ой, господи. Так. Подрубаем. Понятно. У них рассчитано на провод хитрый. По-моему. Точно. Как только кладем, он сразу видит и включается. Выключу свет, покажу это чудо. То есть смотрим, мы убрали. Ток сейчас должен упасть. И она погасла. Мы подносим аппарат. Сейчас
сделаю, чтобы было видно. Нет, нафиг свои пальцы облучать. В общем, вот так сделаю. Слушай, что ж ты не ложишься? Так, все. Вот. Сделал. Оба. Загорелось. И заряд пошел. Телефон вибранул. Показал, что начинает заряжаться. И вот пошел ток заряда. Уже 1 ампер. Хотя телефон заряжен на 100%. То есть вот эта зарядка офигенная, походу. Хоть она работает. У нас с пленочкой буду ругаться с продавцом, что я могу сказать еще. Но зарядка работает. Осталось ее в какой-нибудь корпус всунуть. Ну или банально вот сюда. Это я уже подумаю. Ну-ка, интересно, будет работать? Нет. Он говорит, не попадаю я. Хорошо, а так? А вот так работает. Нет. Так, может, кверх ногами не надо было? Нет. Надо ее делать выше. Ладно, значит, буду мастерить какой-то кредл, куда будет вставляться телефон, а с другой стороны в этот кредл вмонтирую эту фигню. Но я думаю, это уже будет отдельное видео для... Господи, отдельная тема для отдельного видео. Но сейчас я пока интересующимся могу показать эту платку. Ну и на этом видео мы закончим. Если кому интересно, что на ней, надеюсь, что я замру, и камера все покажет. Ну, по-моему, все очень даже круто. Ну и на этом все. Пошел делать фотки, отсылать продавцу. Всем пока, удачи, чао. И надеюсь, скоро будет видео, как я из этой штуки сделаю какую-нибудь крутую зарядку. Все, всем пока, чао. Надеюсь на подписку и надеюсь, что вы будете и дальше смотреть мои видео. Удачи!